Сегодня сердце старейшего стадиона Омска «Динамо» лишь отдаленно напоминает футбольное поле. Уже 15 октября на радость сотням спортсменов все будет иначе. Федеральная программа Российского футбольного союза позволяет обновлять инфраструктуру в регионах. Работы по демонтажу прежнего искусственного покрытия стадиона уже завершены. Предыдущий газон отслужил омским футболистам 15 лет. Полностью меняется футбольное покрытие, искусственный газон. Делается ревизия дренажной системы, чем мы, собственно, и занимаемся согласно государственного контракта. На данном этапе произведено вскрытие дренажной системы, системы промывка, засыпка и планировка футбольного поля. Через несколько дней мы приступим к работе по застилке искусственного газона и будем в соответствии с графиком продолжать работы. Этот газон также прослужит не менее 10 лет, как и предыдущий газон. Этот газон поставляется по федеральной программе. Производитель, российский производитель, мы уже знаем, что достаточно высокого качества. У нас футбольная школа занимается 2400 человек по госзаданию. Отделение «Динамо» у нас насчитывает, я так думаю, 1000 человек это минимум. То есть этого радостного события ждут не только руководящий состав, тренерский состав, но и все дети. То есть остается только надеяться, с каким воодушевлением, с какой радостью они ступят на поле нового газона.